Ничего не видно. Видимость мизерная. Ручей шумит, деревья скрипят. И поэтому заметить медведя можно только почти в упор, подойдя к нему на буквально на полметра. Вот это вот уже только медвежьи тропы. Поэтому ходить здесь лишний раз не стоит, без цели. Видите, какие плотные заросли. Иногда здесь спят такие серьезные дяди, которые никогда не уступят дорогу. Поэтому ходить лучше здесь крайне-крайне громко и осторожно. Чем интересно Бурлийское озеро, что здесь собирается большая концентрация медведей, и медведи вынуждены быть социальными животными. И здесь они должны учиться терпимости, чего нет в других местах, потому что именно здесь собирается в большой концентрации много рыбы. Видим медведя в пасти с этой рыбиной, да, и вот эта ассоциация с Камчаткой. На самом деле все грызуны, лисы, там орланы, птицы, вообще все это увязано вот на этом, на всем. И это, конечно, некий такой праздник жизни, то, без чего Камчатка просто это не Камчатка. И, конечно, когда мы говорим о сохранении чего-либо, то на Камчатке нужно в первую очередь, конечно, сохранение лосося. То есть это основа. Будет лосось, будет все. В 2000-х годах браконьерство на озере процветало, и это было очень выгодно экономически браконьерам, потому что за одну ночь браконьеры могли добыть, вот одна бригада, 6-7 человек могли добыть до 800 килограмм икры. Это было, это в то время было, это колоссальные деньги. Еще немножко озера могли бы мы потерять навсегда его, потому что как восстановить рыбу потом на Курильском озере, это практически невозможно. Браконьерство – это страшный враг вообще, это бич, это беда. Я, к сожалению, наблюдал начало становления на Курильском озере. Это 90-е годы. Наблюдал много такого, что лучше всего этого не видел, и какие-то годы это приняло просто промышленный масштаб. Ну, естественно, браконьерство – это первая угроза, первейшая угроза. Она, мне кажется, страшнее, чем промышленный лов, потому что промышленный лов, он контролируемый, регулируемый. И до прихода в заповедник в качестве начальника отдела охраны Тихона Шпиленка на Курильском озере творился, сейчас модное слово, беспредел, просто беспредел. То есть там были промышленные заготовки именно браконьерской икры. Вот. Тихон притащил сильную очень команду, вы знаете, о ком речь. Я даже не представляю, каких это усилий, насколько это было сложно и опасно, но они провели титаническую работу, они вырезали браконьеров с Курильского озера. То есть сейчас это явление, я думаю, что отсутствует, по крайней мере, в бассейне реки. В бассейне Курильского озера отсутствует полностью. Thank you.
Ладожское озеро является местом из производства одной из самых крупных в мире стад нерки озерновской. И Курильское озеро играет важную роль не только как природоохранный объект, но и в первую очередь как социально-экономический объект, поскольку на реке Озерной, которая является нерестовой артерии, связывающей Охотское море и Курильское озеро, находится как минимум 9 рыбопромышленных предприятий и находится 2 поселка, жизнь в котором обеспечивает именно нерка. И подрыв стада нерки, которая обитает в Курильском озере, конечно, окажется в первую очередь не только природной, но и социально-экономической катастрофой для региона в целом. Для Курильского есть такое понятие оптимальное заполнение нерестилищ. Ну, точка, вернее цифра, оптимальное количество производителя, она немножко варьирует, там, допустим, от миллиона до 1,5 миллиона. Ну, я сейчас уже цифры такие говорю, ну, примерно средняя принятая точка, ну, наиболее, наверное, положительная, это вот где-то в районе 1,5 миллионов производителей. Вот. И вот я считаю, ну, опять же, это мое личное мнение, что, наверное, для Курильского важнее не цифра 1,5 миллиона, вот эти, допустим, точка отсчета или там миллион, а качество заполнения, чтобы равномерно были заполнены все нерестилища. Ну, по крайней мере, на моей памяти, я помню, когда от небольших заходов, там 700 с лишним тысяч, возвраты были очень большие, соответственно, большие уловы. То есть, ну, это очень сложный механизм, очень сложный. Это и качество нереста от многих причин зависит. Медвежий пляж, видите? Конечно, Курильское озеро – это как санаторий для медведей. Место является одной из визитных карточек России уже на сегодняшний момент. То есть здесь где-нибудь там в мире, там, да, которые там фотографы приезжают и так далее, это растиражированное место по всей планете. То есть это мир
когда восхищается Россией, да, он там в медведи, там, да, вот эта вот вся история такая для мира, там, вот эти все красивые фотографии, они там на 80% сделаны на Курильском озере. Но моя, знаете, моя задача — это озеро сохранить и сделать ее стабилизировать. Вот моя задача — это не то, что оставить ситуацию, как она есть, сделать таким образом, чтобы экосистема была, себя чувствовала еще более стабильно, и чтобы количество угроз для нее сокращалось, уменьшалось. То есть, и в этом плане, конечно, опять огромная роль туризма. То есть это что такое? Это некая такая цементирующая история, которая позволяет, помимо всего, сойти с наркотической иглы монопольного бизнеса. То есть неважно, это где-то в каких-то местах, может быть, добыча золота, в каких-то добыча рыбы, да? А тут появляется туризм. И люди, да, пускай, но у них уже есть возможность что-то зарабатывать и что-то получать, там, да, там, делать какие-то гостевые домики небольшие там, для себя, там, для принимают, там, даже у нас там, да, на Паужетке рядом там появляются аккуратные, там, вроде вокруг разруха и там все это, а здесь смотришь, люди вот потихоньку-потихоньку что-то сделали. Вот появляются вот такие вещи, включать население и создавать какую-то устойчивую экономику. И это то, что такое. Это то, что даже где-то они становятся хранителями этих мест. Вот самая главная задача, которая у нас есть на сегодняшний момент, это сделать так, чтобы, да вообще, наверное, у всей заповедной системы России, сделать так, чтобы люди, которые живут вокруг заповедных мест, чтобы они становились хранителями этих мест. Не враждовали, не конфликтами, не чувствовали себя угнетенными за особо охраняемых природных территорий, а чувствовали, что это их такое вот еще дополнительным каркасом государственной охраны сделано. Но это их, они здесь хранители.